Ахтынский район завалило снегом. Высота Покрова составляет 10 сантиметров. Такого снегопада в апреле не было последние 10 лет, говорят местные жители. Температура воздуха в районе опустилась до минус 2 градусов. Аграриев такая погода огорчила. От холода могут пострадать ягодно-плодовые культуры. Ситуация усугубляется еще и тем, что ранняя и аномальная теплая весна спровоцировала преждевременное цветение. На сегодняшний день плодоносящие сады в Ахтынском районе занимают территорию более 1500 гектаров.